обвал рубля 9 марта 2020 года. Что будет дальше, пока непонятно. Ситуация меняется каждые 20 минут. Сегодня курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть. Это свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 74 рубля, евро до 86. Сейчас доллар торгуется по 72 рубля, евро по 82 рубля. Россия отказалась от предложения ОПЕК сократить добычу нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. Это привело к рекордному обвалу цен на нефть. На фоне распространения коронавируса рубль падает, цена на нефть снижается, фондовые рынки сыпятся. В мире начался кризис? Много вопросов возникло и ответов пока нет. Пишите свои комментарии и предположения. Будем обсуждать, что нас ждет дальше в России. Пишите свои комментарии и предположения. Будем обсуждать, что нас ждет дальше в России. Это были последние новости о курсе рубля. Всем пока-пока.